Больше 80% мясных коров в нашем регионе разводят на Востоке. Многие выбирают калмыцкую породу за неприхотливость к засушливым степям. Ведь уже через месяц солнце здесь траву высушит. Котел и все остальные дела у них происходят здесь, в степи. Нет ни теплых помещений, ни сараю, как бы не нужно им. Они хорошо себя чувствуют здесь. 300 калмычек с этой фермы хотят купить казахские животноводы. А это племенные быки-производители. Попасть в состав элитного стада непросто. Из 400 бычков производителями станут только самые подходящие. Нагрузка на одного производителя 25 коров. У нас ручная случка. То есть животные доставляются именно вот на маточный гурт, где мы были. Это в конце мая, начале июня. Проблемным вопросом в восточных районах остается переработка. Не все фермеры готовы сдавать скотину на заводы, хотя некоторые преимущества заметили на весах. Тут вот оно на виду все. Что вырастил, то и получил. А если еще подвесить? Перекупщики как? Да. Свои веса у них. Перекупщики могут предложить лучшую цену, но выиграть на недовесе. А тут все прозрачно в буквальном смысле. За разделкой можно наблюдать. Оплата идет по убойному выходу. Условия, приехали, забрали, все бесплатно, все. С этого завода «Восток» все мясо уходит в охлажденном виде. Хранится не больше 2 дней. Температура 0 плюс 2 градуса. Значит, в этих камерах. Такие камеры у нас 4, объемом от 7 до 8 тонн. Здесь находится около 5 тонн молодых бычков. Пока предприятие задействовало свои мощности только на 40%, может перерабатывать 12 тысяч тонн в год, но не хватает поставок. Так как мы находимся на границе, огромное количество скота выводится за пределы, как района, так и сопредельных районов, которые граничат с Ремонтинским районом. И нам, конечно, очень трудно конкурировать с теневыми игроками вот рынка по производству поголовья. Так что главная задача сейчас – вывести из тени подсобные хозяйства и стимулировать производителей сдавать мясо на комбинаты. В первую очередь мы хотим создавать вокруг таких мясокомбинатов кооперативы по откорму. Нужно также создавать кооперативы по производству комбикормов, которые бы эти комбикорма поставляли в ЛПХ, в КХФХ. Чтобы мясо не уходило в другие регионы, областное правительство планирует субсидировать животноводов. Но тогда за качество мяса нужно будет отвечать. Олеся Слонько, Виталий Ступаков, Дон-24, Ремонтинский район.